На вашем экране три цвета, и я гарантирую, что они вам знакомы. Прочитав название ролика, вы прямо сейчас точно думаете об одном из них. Не удивлюсь, если об этом. Нет, тогда остальные два точно должны были всплыть в памяти после первого. Эти и другие цвета отвечают за качество внутриигрового добра. В них окрашены названия и обводки предметов соответствующими характеристиками или способами их получения. Шлем викинга, например, может быть любого возможного для аксессуара качества, за исключением призрачного, поскольку предмет не хэллоуинский, а вот консервная банка только уникальная, потому что выпадает только при прохождении МВМ. Проверенная временем концепция, показывающая не редкость, а действительно качество предмета, оставляя все ненужные детали вроде цены и спроса на коллективное мнение сообщества. Давайте я повторим, на вашем экране три цвета, и я гарантирую, что они вам знакомы. Это тоже качество предметов, только получаемых из кейсов, и сама их концепция была полностью заимствована у младшего брата ТФ2 по экономике КС. Но что действительно показывает это качество предметов? Как они были получены или какому событию приурочены? Нет, эти цвета показывают редкость предметов и не более. И если в рамках той же КС это работает, то в нашей с вами игре ощущается сломано и необъективно, а причиной тому целый ряд существенных проблем, до которых никому нет дела, ведь такая система генерирует горы денег. И работает это примерно так. Каждому предмету в кейсе сдается своя редкость, которая влияет на шанс его выпадения. Будем называть это своими словами: искусственная редкость и спрос на предметы. Следовательно, предметы с высоким шансом выпадения должны разительно отличаться от более редких, чтобы аргументировать частоту выпадения последних. Опять же, необходимость в большом количестве непопулярных и сомнительных шапок или боевых красок, которые будут подстегивать игрока пытаться получить предмет качества выше. Все это в совокупности дает рост числа открытых кейсов, потому что на получение желанной и красивой шапки или боевой краски качеством выше могут уйти сотни или тысячи безуспешных попыток. Масло в огонь подливает еще система дополнительных качеств, делающая возможными монструозные гибриды розового качества странного типа необычного типа, к примеру, что превращает желание выбить, скажем, красную шапку, но необычного типа во что-то близкое фольклору. Для большей наглядности, за 7 лет наличие безлимитного зимнего кейса 16 года прямо в внутриигровом магазине было открыто не более 20 бомбических рыцарей необычного типа. Думаю, вы не раз подмечали, что редкость новых предметов лишь в некоторых случаях действительно мотивировано самими предметами, а уследить тенденцию присвоения этой саморедкости разработчиками становится все сложнее и сложнее с каждым новым кейсом. И если объяснить горы сомнительных шапок и скинов красного качества еще можно, то от их искусственной редкости нам не убежать. Все дело в той самой пресловутой, жизненно важной для прибыльности кейса необходимости наличия дешевых шапок в нем. Достигается это их большим количеством и частотой выпадения. Что делает создатель шапок от сообщества? Верно, создает сразу десяток простых предметов без особых усилий в надежде попасть именно в синее качество предметов. И поймите меня правильно, это самое логичное решение с его стороны. Во-первых, все, кто приложил руку к обновлению, получают равную долю, вне зависимости от их вклада. Будь то синее или красное качество, код нового режима на VScript или блеск звездочек на новой боевой краске, всем поровну. Кроме этого, шанс принятия этого предмета сразу же подскакивает в раз так 10, поскольку такого рода незамысловатые предметы необходимы для кейсов в куда большем количестве. И что мы получаем в итоге? Подобных предметов становится настолько много в мастерской, что они попадают и в фиолетовое, и в розовое, и даже в красное качество. Последний кейс не даст соврать, разработчикам попросту нечего предложить для высшего качества в рамках кейса ограниченной тематики зимы или Хэллоуина. И даже несмотря на то, что разработчики прислушались к сообществу и перестали разделять сеты, сделанные сообществом, а вводить их целиком, сделали они это на своих условиях, в 90% случаев просто разделяя части набора предметов на разные качества. Только так мы с Кириллом смогли объяснить пижаму розового грейдена подрывника из последнего кейса. Внимательный зритель и завсегдатый мастерской ТФ2 возразит, мол, существует тонна более старых предметов, которые буквально созданы для того, чтобы стать вишенкой на торте любой коллекции. Не спорю, вот только со введением системы кейсов сменился еще и вектор стилистики игры, а предметы, которые выглядят слишком хорошо, вводить опасно. Как минимум для здоровья и экономики, хоть в последнее время и видны положительные подвижки относительно этого. Забавно, что разработчики все же пытаются систематизировать редкость предметов в кейсах, вот только после года так 16-го совершенно растеряли хватку. Gunmetal со своим бананом задал новую тенденцию высшего качества предметов, в котором обязательно должен быть аксессуар на все классы с нарочито вырвиглазным дизайном, выходящим за рамки стилистики и здравого смысла, исключение тому всего лишь 4 кейса из 43 за последние 8 лет. И то, потому что не на все классы. Можно также заметить, что чем выше грейд предмета, тем менее он привязан ко вселенной игры, часто представляя собой отсылку или омаж к массовой культуре, мемам или известным личностям. Получается, такие предметы должны быть самыми желанными и дорогими, верно? Почти, но
с точностью да наоборот. Очевидно, что сообщество игры попросту не видит в таких предметах особой ценности, чему не может помочь даже их искусственная редкость. В той же КС искусственный дизайн и высокая детализация скинов легитимизируют их высокую редкость и баснословные цены, однако в нашей с вами игре все упирается в стилистику и ложный вывод о том, что ее наглое нарушение привлечет внимание и деньги игроков. Все это приводит к тому, что самыми дорогими предметами в 80% случаев являются предметы розового качества, не отличающиеся такой вычурностью и зачастую балансирующие на грани нарушения и сохранения стилистики и здравого смысла. Но мой самый любимый пример — это хэллоуинский кейс 2019 года, в котором самыми дорогими оказались предметы сначала розового, потом синего, красного, розового и снова красного качества соответственно. Похоже, помещать бинокль и предмет уровня банана на голову в синее качество было нарушением своих же правил, не так ли? И да, синее качество иногда действительно оказывается темной лошадкой кейса по той причине, что оно работает идентично unusual'ом. Да, дело в том, что предмет любого другого качества можно получить в любой момент через систему контрактов обмена, тоже заимствованная из КС, но контракт на низшее качество делать просто не из чего, остается лишь открывать кейсы в надежде на его выпадение. При такой системе, как ни крути, но цены на предметы становятся взаимосвязанными, за рядом подобных и, как правило, единичных исключений. Предмет фиолетового качества физически не может стоить дороже предмета розового, а вот красный может, он бесполезен для крафта и, как правило, не пользуется спросом среди сообщества. Таким образом, предметы промежуточных качеств просто заперты с двух сторон, они не могут стоить слишком дорого из-за того, что выглядят хорошо, потому что вслед за их ценой поползет и цена предметов качества ниже, что сделает открытие кейсов слишком выгодным и нарушится строго выстроенная иерархия искусственной редкости предметов. Но справедливости ради, найти исключение из этого правила не составит труда, почти в каждом кейсе найдется этакий протестный подросток фиолетового или розового качества, цена которого обуславливается в свою очередь высоким спросом сообщества на него. И именно на этом моменте мой сценарий и его четко выстроенная линия аргументов и их защиты дал трещину по той простой причине, что не все в этом мире, к счастью или сожалению, поддается логике и может быть обосновано. Дело в том, что фраза «сколько людей, столько и мнений» подходит к вопросу о кейсах как нельзя кстати, вот только в нашем случае большая группа людей с одинаковым мнением будет прямо отражаться на цене предмета, хоть и сдержанно благодаря искусственным рамкам его редкости. Видите ли, существует незримая грань между любителем зарослей синего качества, который стоит 20 рублей в солнечный день, и бомбезным прессом фиолетового, стоящим почти 5 ключей. Притом, первый скрафтить нельзя, второй можно, и даром, что кейс, из которого он выпадает, уже больше 4 лет, ведь самой низкой ценой оголенного пресса на демо была 240 рублей через пару месяцев после выхода кейса. В нашей с вами игре все не так просто, как в КС, и чтобы предмет заслужил любовь и спрос со стороны игроков, должно совпасть сразу с десяток самых разных факторов, и дело далеко не в одном лишь его внешнем виде или доступном качестве предмета. Аксессуар может быть хоть самым красивым в мире, но если он эксклюзивен для не самого популярного класса, это непременно скажется на его стоимости. Добавим к этому еще тысячи и тысячи возможных комбинаций шапок и мисков, их тематики, ограничения в 3 слота для аксессуаров, период, в который вышел тот или иной кейс, ограничения по классам, мемный статус или хайп, разведенный медийным лицом сообщества, и получим на выходе закономерные цены однотипных аксессуаров зимней тематики на все классы, которые только и годятся для использования в контрактах обмена. Однако самое обидное в системе кейсов, а не ящиков, это не только намеки на нездоровую экономику, где редкость предметов выражается только в том, как редко она влияет на их стоимость и бесконечный рост в цене классических старых шапок, а урезанный функционал предметов. Например, вы по понятным причинам не можете взять и сковать предмет из кейса, зачем тогда было бы его открывать и как сбалансировать выпадение, скажем, розового качества при крафте из 3 рефов. Как следствие, из обихода современных игроков почти полностью пропало не только выражение лоукрафт, обозначающее первую сотню скрафченных предметов, но и сама культура ковки аксессуаров. Из прочего, что было вытеснено системой кейсов, это смешанные качества, страноделы, предметы из коллекции, высшей пробы, призрачного вида и ограничения предметов на использование в любое время года, хоть эту тенденцию и пытаются вернуть обратно, но не в полном виде. Вот представьте, раньше вы могли просто выбить из ящика или через систему ковки 200, скажем, бостонских бомбил, собрать с помощью них и специального химического набора бостонского бомбилу из коллекции, а после применить на него еще один химический набор, делающий его на этот раз странным. Готово, уникальный предмет в единственном экземпляре готов, к слову, я не выдумываю такие аксессуары и правда есть вот только их 8 в мире. Лично мне не хватает такой вариативности от новых предметов, которые скупо отбиваются от игроков доступными 3,5 качествами, стилями и возможностью покраски, не оставляя при этом никакого простора для фантазии и экспериментов. Кроме того, из-за сезона натуры, выходящих в последние 6 лет обновлений, не предлагающих никаких новых тематик, развития самих косметик и боевых красок, которые в последнее время так и вообще перестали добавлять, поняв, что паучков с тыковками и сниженных стало многовато, стагнирует. И вот мы снова здесь, у нашего любимого и ставшего таким родным и уютным причала под названием «Крупное обновление», граничащим с портовым городком, внимание разработчиков, однако не волнуйтесь, тут мы задерживаться не станем. Досмотрев ролик до этого момента, во-первых, вот это у вас терпение, во-вторых, можно было прийти к выводу, что от такой системы кейсов как таковой необходимо просто отказаться и вернуть все как было, но нет, кейсы прекрасно работают, на экономику игры
создавая невиданные для прошлого игры цены на косметики и ажиотаж вокруг выходящих лутбоксов, что, несомненно, по душе многим, разработчикам так точно. Мне просто жаль, что сегодня кейсы представляют собой Франкенштейна, собранного из частей себя десятилетней давности своего брата и остатка основания, которые решили оставить нетронутым. По одним только качествам предметов можно буквально провести линию на моменте, когда направление мысли разработчиков переключилось на копирку экономики своих более финансово успешных проектов, что неплохо, но мы потеряли слишком много души игры, отдав загадочные ящики на амбарном замке на аккуратные, но такие одинаковые лутбоксы. Притом в самых первых кейсах TF2 еще можно было проследить ту самую логику, чем выше качество, тем более интересный предмет, но уже через пару лет и об этом вслух говорить стало как-то неловко, и пока такая система продолжает доказывать свою финансовую успешность вопреки всем прогнозам, в моем сердечке особенное место всегда будут занимать эти три цвета. Этот ролик очень долго формировался у меня в голове, и я искренне надеюсь, что он не оказался излишне нагруженным или наоборот водянистым, потому что собрать весь хаотичный рой мыслей и аргументировать их на бумаге куда легче, чем на практике. Хотя получается наоборот, но вы поняли. А пока что спасибо огромное, что досмотрели ролик до конца. Спасибо, в принципе, что весь год меня смотрели. Особенное голосовое сообщение, думаю, будет у меня в Телеграме по ссылке в описании. Поэтому спасибо. Спасибо за просмотр, спасибо спонсорам на Boosty, донатерам на стримах. И подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Стиме и в Телеграме. Всем удачи. И с Новым годом наступающим, ребят. С Новым годом.